Яна, кто ты по знаку зодиака? Дева. Дева, у тебя сегодня хороший день. Я уже посмотрела прогноз и предлагаю также нашим телезрителям с ним ознакомиться. Сегодня овны говорят, что думают, не считают нужным скрывать свои недовольства или сглаживать острые углы. Однако конфликтов не возникнет, окружающие прислушиваются к вашему мнению и идут на компромиссы. Для тельцов день обещает быть очень интересным. Вы с энтузиазмом беретесь за новые дела, не боитесь отказаться от старых привычек или что-то кардинально в жизни изменить. Будет возможность познакомиться с необычными людьми, которые помогут вам по-новому взглянуть на многие вещи. У близнецов забот будет больше, чем вы ожидали. Многое складывается не так, как планировалось. Придется быстро ориентироваться в ситуации, принимать новые решения. Однако не стоит давать обещаний. Возможно, вы их выполнить не сможете. Очень плодотворный день сегодня у раков, позволяющий сделать много полезного, решить старые проблемы и приступить к осуществлению новых планов. Вы готовы рисковать, если это оправдано. Интуиция подсказывает, когда стоит действовать быстро, а когда лучше подождать. Трудно сосредоточиться сегодня будет львам. Слишком часто окружающие отвлекают то просьбами, то вопросами. Старайтесь сохранять спокойствие. Ваши резкие слова лишь сделают ситуацию более напряженной. Девы сегодня смогут добиться успеха, если будут действовать самостоятельно. Едва ли стоит рассчитывать на чью-то помощь. Люди, которые обещали ее, вряд ли смогут сдержать слово. Сегодня могут откладываться назначенные встречи. Не исключено, что придется перенести на потом важные дела. Близкие сегодня чаще обычного будут нуждаться в помощи весов. День вряд ли пройдет так, как вы задумали. Наверное, какие-то дела придется отложить на потом, встречи перенести. Но нервничать по этому поводу не стоит. Скорее всего, перемены окажутся полезными. Начало дня удачно у скорпионов, многое идет хорошо. В это время можно завершить то, что было начато раньше, добиться успеха в каком-то сложном и важном деле. Старайтесь не слишком рисковать, звезды на вашей стороне, но поддержка их все же не безгранична. Стрельцам сегодня стоит рассчитывать только на себя. Едва ли вам удастся найти союзников, особенно таких, которые будут действительно заинтересованы в получении нужного результата. Вы наблюдательны, обращайте внимание на мелочи. У козерогов сегодня нет серьезных причин для беспокойства, хотя может казаться, что ситуация вот-вот выйдет из-под контроля. Но звезды на вашей стороне, и все сложится удачно. Старайтесь больше времени проводить с людьми, которые настроены позитивно. Удачные начинания в начале дня у водолеев. Воспользуйтесь этим, чтобы справиться со сложными делами, провести важные встречи. Лучше не откладывать на потом решение финансовых вопросов. Из-за любых неприятностей вы переживать будете больше, чем они этого заслуживают. Сегодня рыбы слишком много фантазируют. Именно поэтому возрастает вероятность ошибок. Могут возникать недоразумения, в которых не сразу удастся разобраться. Помните, что советы сейчас бесполезны, а порой даже вредны. Так что лучше полагаться на собственный здравый смысл.